Добрый день, дорогие друзья. Наконец-то в этом году у нас открыли оба шлюза. Половодье ожидается быть полным. И будем надеяться, что русло реки в этом году у нас хорошо промоется. Вот так это дело обстоит. Каждый год последние несколько лет открывали по одному шлюзу, поэтому русло реки ниже забитое. В этом году будем надеяться, что все прочистится. Вот такое половодье у нас на Шертанге. Отлично, прямо аж душа поет. Речка у нас очистится, русло будет чистым. Наконец-то в этом году сделали все правильно. Такое половодье в этом году. Всем удачи, здоровья, друзья.